Здравствуй, моя звать Барат. Нравится. Начинается чисто как мультик. Какое-то рассказывание, еще что-то. Ну и картинка мультяшная. Пиздец какой-то, такой мультик и оказалось. Анимация такая ебанутая. Пиздец. Можно нажать пробел и показываются все хуйнюшки, на которые надо кликать. Он стоит, у него совершенно неплавно все движется. Я думаю, для ламеров-то сойдет. В игре достаточно оригинально сделано взаимодействие с этими точками. То есть жмем, держим левые клавиши, вот так вот раскрывается. И там есть три штучки. Ну там потрогать, послушать, что он об этом говорит. Да ядрен батон, а? Это сумка у него какая-то, видимо. Говорить можно. Вообще единственный фактически адвенчив, в которую я играл, это Broken Sword. В 2004-2005 году какая-то вышел часть, не помню какая. Вот в нее я играл, собственно говоря. Прошел пару стадий. На тот момент графика, кстати, была очень крутая в ней. Ну, в общем, скукотища эти адвенчи. Надо просто тупо на все кликать и пытаться в нужном порядке это все как-то за, чтобы взаимодействовала эта вся хуйня. Мозг это совершенно, считаю, не развивает. Это из той же серии, блять, как это задача для смекалки, знаете, да, для детей 5 лет возраст, там, блять, Вассерман нахуй не догадается, как решать. Это совершенно не развивает. Нужно тупо вот ко всему тыкать и так далее. Плюс этот человек должен с определенным складом характера. Кому это нравится, в такую фигню играть, как бы время тратить. В настройках, кстати, не понял, где даже хотя бы разрешение настроить. Херня какая-то. Пиздец, не текущего задания, что надо делать. Ну там сказали, пойдем пить, блять, капель нахуй, ага, ебать. Хуйня какая-то спит. Короче, какое-то унылое говно. Музыка какая-то скучная. Этот клоун какой-то, блядь, грустный. Херня, в общем, какая-то. Нет ярко выраженного, чего надо делать. Миссии, задания. Вот мне прям охота тут тыкаться, а? Наверное, лучше какой-нибудь Штирлиц поиграть. Я еще играл Василий Иванович с Петькой, но там тоже на какой-то стадии остановился, вообще не знал, что делать. Тогда еще и на это не было особо. Пиздец, плюнул тупо, да и все. Унылое говно, короче.